Гена, я не поняла, какого хрена у нас Саня дома, а? Да он с женой поругался, переночует у нас ночку, завтра помирится и уйдет, все нормально. Ген, убирай его быстро из нашего дома, все, не будет он здесь ночевать, все, отводи его, пусть он домой идет. Твою мать! Саня! Саня, ты балбес, ну какого хрена ты в холодильник-то полез? Ой, ё-моё, давай влази оттуда. Ген, вот я продукты купила, на, разбирай. А где кола? Я забыла. Ну ты же знаешь, что я каждый день пью колу. Ну прости. Ну смотри, а сейчас же Новый год, загадай желание, чтобы она у тебя прям из крана бежала. Че, думаешь, ты сработаешь, что ли? Конечно. Дедушка Мороз, сделай, пожалуйста, так, чтобы у меня из крана шла кола. Ладно, я пойду руки помою. Давай. Ген, там фонтан из колы. Где? Там. Побежали. Генуль, что-то так вкусняшек каких-нибудь хочется. Может быть, роллы закажем? Ну, любимая, ну деньги нужно тратить с умом. К тому же мы с тобой экономим. У тебя еще и целый холодильник всяких разных продуктов. Возьми и приготовь что-нибудь вкусненькое. Что, у тебя денежки закончились? Закончились. Да я сегодня премию получила, так что я покупаю. О, слушай, возьми мне тогда Филадельфию и еще пиццу 4 сыра. И колу еще. Ладно. Ну, я тебя люблю. Тебя тоже. А давайте мы сейчас с вами проведем один очень интересный эксперимент. Check the mic and make sure it sound right, boys. Это десятка и пахнет сексом. Мне нравится. 10 из 10. Да, это хорошо. 10. Мне нравится. Плохо? Да, мне очень нравится. Для мужского запаха, мне кажется, довольно необычный. Ну, не знаю, 10.